которую учили. Не обманывали. Нет, Наташа сама поет. Это будет Гулькина. Она все еще поет. А я не знаю. Ну там от металлических грубых всяких там думов, там дэт металлов. Аллергия дикая. Очень-очень такого вегетативного. У меня, я помню, еще бобинный был магнитофон. А вот это крутюшки там. Я записал там Алфавил. Знаете, группу. Знаю, да. Вот вообще мне нравилось это слушать. Я какую-то немецкую пела, когда забыла. Когда человек слушает разную музыку, это говорит о его сложности и многогранности. Рамштайн попыталась петь. Плюс человеку, когда человек слушает, например, очень разное, или читает разное, если в каком-то узком спектре или жанре, это говорит об ограниченности. Вот у меня очень разнопестрое, еще под настроение. Вот Алфавил переделанный. Но это металл, да? Это альтернатива, моя любимая. Направление это альтернатива. Но они англичане, американцы. Это группа Гуанаид. Ну хорошо, я понял. Алфавил, не знаю, что будет. На Кренберри с чем-то похоже. Хорошая музыка, динамик телефона и это. Надо большим телефоном. Знакомо о чем-то. Даже мое, у меня здесь живет, а слышишь, что он, блин, слушай, так я знаю эту песню. Слишком много энергии не дать в этой песне. Это я знаю эту песню. Скинь меня. Это чисто физика, вот такой молекулярный динамик, он у нас произведет. Так он маленький, да? Что барала, что порала. Хотя бы размером вот барала контент, которые стоят по такой более. Знакома, кстати, песня. Да, я слышала. Ее передавали где-то. Это вот Алфавил, это конец 80-х. Я такую музыку вместо «Ласкового мая» слушала. Не, я всякую слушаю. «Ласковый май» тоже. Я тоже услышала «Ласковый май». Как-то, не знаю, плохо и становится. Острым становится. Да. Вот как будто. Ну, рэп он такой, не для всех. Вот это да. Ну, классно поет. Класс. А, похоже... Так, у меня батарейка садится.